Другие животные тоже развили поразительные способы обмана противника, используя не грубую силу, а необычные органы нападения и защиты. Мадагаскар. Удивительный мир, где все обманчиво. Чтобы охотиться здесь, надо быть скрытным и хитрым. Богомол — мастер засад, живущий в деревьях. Будучи незаметными и молниеносными, эти насекомые — великолепные хищники. Но даже они проигрывают хамелеону. Его маскировка уникальна. Он изменяет окраску кожи, чтобы слиться с окружающей средой. Его глаза двигаются независимо друг от друга в поисках добычи. Он подкрадывается к своей жертве на необходимое расстояние. А потом использует свое превосходное оружие. Его язык вылетает со скоростью 15 метров в секунду. И он не просто ударяет, он хватает добычу.